дорогие подписчики, друзья, уже совсем скоро, совсем-совсем скоро о том, как живут русскоязычные турки в Турции. Я сейчас нахожусь в аэропорту Кёльн-Бонн, и следите за лентой. Вы узнаете много полезного, интересного и Мозер Продакшн и Ксения, как всегда, радует вас своими репортажиками. Ну что, уже совсем скоро, и мы будем в Турции. И вы узнаете о том, как живут русскоязычные турки в Турции. Репортаж от Ксюши. Смотрите, не пропустите. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и следите за лентой новостей. Пока!